События в Пугачеве – это классический пример межнационального конфликта, который то тут, то там проявляются в России с все более нарастающей частотой. И происходит это от той экономической политики, которая у нас происходит. Люди меняют место своего жительства не от хорошей жизни. Они едут потому, что на Кавказе все эти деньги, которые выделяются федеральным бюджетом, то есть из наших же карманов налогоплательщиков, расхищаются местными бабаями, вот этими самыми ханами, которые получили ярлык на княжение от Кремля и делают там, что хотят, в обмен на иллюзию стабильности. А подведомственное им население бежит, приезжает в другие регионы, приезжает в другие города, оно жаждет работать, оно активное, оно молодое, оно агрессивное. И в итоге мы получаем вот такого рода конфликты. И более того, местные власти обычно, им тоже очень хорошо перевалить груз ответственности вот на каких-то приезжих, для того, чтобы снять его с себя. И в конечном итоге они сами участвуют в провоцировании вот подобных конфликтов. И иногда это выплескивается вот в такое активное противостояние, как это было в городе Пугачев. Вина не за мигрантами, вина не у коренного населения, вина у той экономической модели, которую выбрала себе Россия 20 лет назад, и без того, чтобы ее поменять, ничего не изменится.